Приморье присоединилось к международной акции «Георгиевская ленточка», приуроченной к 9 мая. Волонтеры вышли на улицы, чтобы раздать жителям края символы памяти о победе в Великой Отечественной войне. Акция продлится до 9 мая включительно во всех муниципалитетах края. Раздают георгиевские ленточки представители движения «Волонтеры Победы». Сегодня у нас стартовала акция с 25 числа по всему Приморскому краю. Более 200 точек выдачи, точек раздачи георгиевских лент. У нас суммарно принимает участие более 1500 волонтеров. И мы, если честно, под приятным впечатлением находимся от того, что такое количество молодых ребят проявило желание стать волонтерами, участниками этой акции. У нас буквально 40 тысяч лент, и мы понимаем, что у нас... В некоторых муниципальных образованиях лент будет чуть меньше иногда, чем волонтеров. Но мы, естественно, сейчас будем дорабатывать этот вопрос, будем увеличивать общее количество, потому что вот сегодня первый день акции, и мы уже понимаем, что мы выходим на достаточно большое вовлечение наших граждан в эту акцию.